Всем привет! Я пытаюсь сегодня снимать по-другому. На улице резко наступила жара. Я купила вот такой огромный кусок индейки и планирую сделать домашний шашлык, который можно приготовить на балконном гриле или даже на сковороде. Я буду делать шашлык на шпажках. Видите, там вдали чуть можно увидеть мои шашлычные шпажки. Еще более мелкие палочки. Также я купила крупную такую эко-паприку и мелкий лучок, который тоже хочу насаживать на шпажку. И здесь можно видеть килограмм индейки. Мариновать шашлык можно прекрасно в таком Техас-стайл барбекю spare ribs соусе. Sorry, это не соус, это, конечно, Gewürzmischung. Это смесь приправ, в которых соль, мускат, все виды перца, немного сахара, чеснок, майоран. И забыла, что еще. Там большой список приправ. Собственно, он хорошо подходит для любого вида мяса. Но я чаще делаю даже шашлык из индейки. Приступаю к нарезке. Итак, я крупненько нарезала целый килограмм хорошей грудки индейки. Теперь буду это мариновать, насаживать на шпажки. И также добавляю сюда лук и паприку. Как уже говорю, здесь нельзя делать шашлык просто в любом открытом месте. Поэтому мы делаем его на балконе в грильнице. Либо могу использовать такую толстостенную сковороду, где тоже я делаю просто большой огонь, и шашлык быстро с двух-трех сторон обжаривается. И вот, я закончила свою работу, быстро все сформировала. Этот шашлык можно назвать одним словом шлихт, так как он делается быстро, ты покупаешь килограмм мяса и расправляешься с ним, собственно. Можешь подать это на ужин в пятницу или в выходные. Я поставлю его в холодное место, как вы видите. Здесь есть все, что должно быть в шашлыке. Возможно, непривычно в тех наших странах, что он не такой жирный или питательный. Но, опять же, не каждый хочет жира. К тому же, никто не мешает добавить сюда какую-то ветчину или сало такими же прорезями. Что типично, здесь насаживают на шашлык всегда овощи. С паприкой очень хорошо комбинируется вкус этого соуса. Техас барбекю стайл. Что ж, еще непонятно, решим ли мы это делать на гриле или дома на сковороде. В любом случае, я вам продемонстрирую результат. Это диетическое мясо индейка и хорошая альтернатива жирному шашлыку. А наслаждение то же самое. Вкус этого шашлыка ничуть не хуже. Его можно подать с любыми овощами, но также вполне достаточно и этой паприки с луком, которая уже на шпажках. Все, я вернулась, товарищи, и решила в таком быстром темпе. Не хочу вытаскивать, ну его там на балконе 30 градусов, и мы ездили все по делам, вернулись, я сделала быстро шашлык. Видите, на сковороде. Но все равно получается хорошим и замечательным. И сейчас вот я, наверное, съем один. И половина, кстати, еще осталась на выходные.